Вот мы теперь снимаем. Готовим бомбочки. Блюда бомбочки. По-харьковски. Да. Киндер-сюрпризы. Нифига себе, огонь так видно. Ничего вас. Красиво. Нет, как будто золото плавим, смотри. Ага. Офигеть. Давай. Вот это вот. Вот это вот золото. Сейчас будем. Наш шеф-повар. Горячо. Горячо немножечко, с непривычки. Спасибо. Как раз одна лишь. Наверное, надо было, блин, все-таки подлиннее, блин. Коротковатый он, блин. Не, в самый раз, да? В самый раз жар. Я помню, это в детстве картошку пек так. На углях. Так, так, ну, все правильно ты говоришь. Умели сними. Все правильно ты говоришь. Да. Это тоже принцип. Все точно так же. Только по-взрослому. Ничего. Не меняется. Та же картошка. Да, та же картошка, тот же принцип. Все так, как в детстве. Да. Вкусная была, бля. Да, детское это воспоминание. Да, только в детстве было правильно, Эмиль говорит. Под лимонад и пепси-колу. Ну, пепси-колу это была роскошная. Да, в детстве я пепси-колу не пил, блядь, редко. Да. У всех одно и то же детство было. Примерно одного возраста. Так. Да поверь, у него тоже в детстве было так же. Он не так давно в руле. Да. Ну так, блин, углей чуть-чуть не хватает, наверное. Да? Я думаю, что... Может, копнуть надо было? Да, блин, тут и... Ингредиенты немало. Чашка. Как это называется? Да никак не называется, картошка. Это называется... Надо это... Блин, как? Я с Эмилем разговаривал, не слышал. Да я сам не знаю, что сказать. Я думаю. Как называется? Фиксируем, как Ленчик думает. Не знаю, как это называется. А высоком, должно быть вкусно, походу. Картошка. Картошка в углях называется. Мы поделимся попозже, да, впечатлениями. Мы имели съемку и закончим. Так, будем...